Здравствуйте, я сегодня покажу, как скопировать ссылку. Вот я вам дала ссылку, ее надо скопировать. Берем от начала, правой мышкой зажимаем, обводим, чтобы она стала синяя. Потом курсор ставим посередине, правой мышкой нажимаем «Копировать». Так, идем на свою страницу. В длинную строку, вот длинная строка, ставим курсор, правой мышкой нажимаем «Вставить слово». Клип, вот он клип, здесь пишем «Мой клип». Так, все, здесь должно быть «Поставить заметку в статус», черточка, и «Поделиться» обязательно, нажимаем. Все, клип в статусе у нас. Спасибо.